Если честно, то я не помню, кем я хотела быть в детстве. Но могу сказать точно, что явно не тем, кем я сейчас работаю, кем я сейчас являюсь. Сейчас я работаю в аудиторской компании, ассистентом-аудитором. Вообще у меня мама учитель математики, поэтому логично было бы, если бы я сдала математику на 100, но так не сложилось, и 100 баллов у меня по русскому языку. Я люблю, когда люди выражают свои мысли ясно, четко, понятно и пишут правильно. Я очень много читала классических произведений, и мне нравился слог и ритм того, как они написаны. Готовиться к сдаче централизованного тестирования я начала еще в августе, то есть чуть меньше, чем за год до непосредственно самого момента экзамена. Я ходила на курсы по русскому языку, и курсы эти были раз в неделю. В принципе, этого было достаточно, потому что у меня была хорошая база, у меня был очень хороший преподаватель в школе, который дал мне очень много знаний и, наверное, поспособствовал тому, что ЦТ я все-таки сдала на 100. За вечер до экзамена я, конечно же, волновалась, потому что это важное событие, и тем более это первый экзамен ЦТ, и вау, как это будет, а что, а как, неважно, все эти репетиционные тестирования, все равно это никак не сравнится с самим непосредственным экзаменом, когда ты идешь и понимаешь, что вот сейчас будет решаться твоя судьба. Когда я увидела вопросы, все вот это волнение, оно ушло. Потому что ты видишь перед собой листочек, и ты понимаешь, что сейчас ты сделаешь то, что ты знаешь. Марина Черникович, зная с той самой поры, как устроилась сюда на работу. Она девушка очень профессиональная, а главное скромная. На мой взгляд, это и черта всегда сопутствует профессионализму, уму и очень украшает этого человека. Бывает, что нам надо поработать и в нерабочее время, и были случаи, когда без Марины мы бы ни за что не успели уложиться в сроки, и она помогла нам, хоть и не была обязана. Мне приснился сон, и в этом сне я вводила там свои паспортные данные, насколько я помню, нужно ввести в окошко, и я начинаю листать, и смотрю, у меня 100. И, ну, как бы сон и сон, ладно, бог с ним, как бы. Я никак не соотнесла это с дальнейшими событиями, но проходит пару дней, я ввожу опять свои паспортные данные, только уже в реальности, и смотрю, зелененькое, ничего красненького, и в итоге 100. У меня шок, удивление. Ну и потом, конечно же, радость. Я сказала об этом маме. Мама у меня такая довольная была, счастливая, как и я, собственно говоря. Эти 100 баллов помогли мне поступить туда, куда я хотела, в тот вуз, который я выбрала для себя. И они помогли мне не напрягать родителей в финансовом плане, поскольку поступила я на бюджет. Что значит для меня эти 100 баллов? Эти 100 баллов значит для меня то, что все в твоих руках и все возможно. Если ты будешь работать, если ты будешь делать, если ты будешь идти и стремиться к своим целям, то ты их добьешься.